много азиатских фигуристов, и остальные тоже сдавать свои позиции не собираются. Те европейцы, которые его обыгрывали на континентальном чемпионате. Но все равно он очень интересный фигурист и способен на многое. В его рационе есть четверной прыжок. Еще бы программу менял почаще. Исполнена Аксель. Аксель здорово. Тройной флип, тройной тулу. Таким пролетом. Четверной Сальхов! Вот это сильно, вот это интересно. Поставить не первым прыжком четверной в короткое – это определенный риск. И справился с ним, причем на очень высоком уровне, Михаил Бжезинов. Вот это интересно. И плюсуют, количество... как хорошо ему арбитры. Да. Он только за прыжковую часть уже набирает 30 с копейками. С копейками, да. Вот это здорово. Вот сейчас будет интересно, что им поставят в итоге. Даже не с копейками. Там 32 в итоге получается, да. С копейками. 32,5 за прыжковую часть получает Михаил Бжезинов. Ну, теперь только сохранить, не разбазарить вот эти вот преимущества. Терпи. Четвертый уровень. Обратно за вращение. Четвертого уровня. Это, наверное, будет лучший прокат в его вообще карьере. Выступление Михаила Бжезинова, и четвертый уровень ставит ему из-за вращения.